контрольная работа номер 2. Делаем 2 столбика по 10 заданий в каждом. Это итоговая контрольная работа по курсу биологии за 11 класс. На выполнение работы вам отводится 45 минут. В каждом задании несколько вариантов ответа, один из которых является верным. А попытка списывания сразу выставления итоговой отметки единицы. Все, удачи! Так, никто не списывает, смотрим только в свои те... Тишина! Вы где находитесь? В лицее. Что за шпоры? Николай Игоревич, лучше тряпку отжимайте. Полная тишина. Никто никуда не подглядывает. Кто будет разговаривать, пойдет за дверь. Безвозвратно. Поляков, Поляков, дай списать. Не могу, я еще сам не написал. Напоминаю, полная тишина. Никто не разговаривает. Алло, Поздняков, ну ты скоро. Отстань, не мешай. Поздняков, Клецов, я предупреждал, что вы не разговаривали. Все, сдаем работу, вы свободны. Для вас контрольная закончилась. Куда вы все? Я не пойму. Что происходит? Что случилось? Что происходит? Куда вы все? А смысл? Поснякова выгнали. Даже списать не у кого. Народ! Народ! Тишина! Потише, пожалуйста! Лепницкий, закрой рот! Минуточку внимания! Баранов, жги!
Значит так, народ, сегодня у нашей Насти день рождения. Настя, вот, это тебе от всего нашего класса. Неа, там мышка. Какая мышь? Маленькая такая. Да нет тут никакой мыши. Спасибо. А еще мы хотим преподнести тебе вот это. Неа, там мышка. Настя, ну какая мышка? Смотри, какой замечательный торт. А где же мышка? А мышка у Кристины в сумке. День рождения у меня. А мышку Кузьменко? Да?